Летом важно запастись витаминами, однако сезонные ягоды и фрукты порой таят в себе опасность. Как правильно выбирать продукцию, сейчас узнаем. Клубника, малина, абрикосы, черника, вишня. На прилавках Одинцовского рынка богатое разнообразие. Вся продукция ежедневно проходит санитарную проверку, особенно в разгар сезона, с конца июня до середины июля. Сейчас самое главное – пошли дикоросы. Дикоросы – это что? Это то, что произрастает в наших лесах и собирается там частными крестьянскими хозяйствами, либо там частными предпринимателями. Да? А это, естественно, земляника. Этим ароматом наполнен весь наш рынок. Сейчас земляника у нас представлена из Владимирской области, город Муром. Скоро мы ожидаем и подмосковную. В этом году, к сожалению, вот довольно холодный май был, вот и начало лета. Но сейчас с таким потеплением мы ожидаем, что скоро уже появится. Сотрудники лаборатории производят контроль на выявление различных загрязнений – пестицидов, нитратов, вирусов. Только после экспертизы продавцы получают документы, дающие право реализовать свою продукцию на рынке. У нас идет исследование в данном случае на наличие нитратов в овощах, фруктах, в ягодах и бахчевых культурах, корнеплодах, зелени. И в соседней комнате у нас идет исследование на наличие радионуклидов. На рынке можно найти и большой ассортимент свежих овощей и зелени. В них тоже могут накапливаться пестициды, но самое главное, чтобы их количество не превышало нормы. Это все свежее, это все с грядки. Соответственно, хорошая цена и вкусовые качества. И также большой выбор практически со всей России, поэтому сейчас с каждым днем все больше и больше овощей, фруктов, ягод, именно отечественных, из южных регионов и Подмосковья, конечно. Если вы собрались побаловать себя сезонными плодами, обращайте внимание на внешний вид продукта. Это один из показателей безопасности. Фрукт или овощ должен быть целым и без повреждений. Не стоит дегустировать ягоду прямо на улице. Обязательно предварительно тщательно промойте ее дома. И тогда летний сезон принесет только пользу. Екатерина Крамер, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».